Более 60 дронов отправили в зону специальной военной операции в распоряжение авиационных частей. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Передайте ребятам, что мы гордимся их подвигами, понимаем, какую важную работу они делают. Вот, то есть, и всегда их ждем домой. Это лучшие наши летчики, кто показывает результаты самых первых дней специальной военной операции. Командование 11-й гвардейской армии и 101-й смешанной авиационной дивизии выразило благодарность правительству Приморья за поддержку. Это будет неоценимая поддержка, которая, я думаю, поможет и внесет очень большой вклад. Глава региона добавил, что один из летчиков, Алексей Ефимов, как раз проходит стажировку в правительстве Приморья по программе «Время героев». Он проводит большую патриотическую работу, контактируя с воинскими соединениями. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.